А вот мониторинг качества севастопольских дорог провел Росавтодор. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. Проверка коснулась объектов, которые ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Росавтодор проводил проверку на автомобильных дорогах на улицах Михайловская, Дублер, Драпушка, Симферопольская, Садовая, Невская, площади Комбата Неустроева. Совместно с представителями ГБУ «Севастопольский автодор» на строительных площадках проведены контрольные замеры ширины проезжей части, продольных уклонов, ровности в продольном и поперечном направлении проезжей части. Проверка соответствия исполнительной документации фактически выполненным работам на участках. По словам начальника отдела технического контроля ГБУ «Севастопольский автодор» Игоря Секерцеша, замечания в основном штатные. Все они будут устранены подрядными организациями в кратчайшие сроки, без изменения срока производства работ за счет собственных средств. Напомним, основные ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» завершены на 36 объектах ремонта. В работе находится 15 автомобильных дорог.